Я собрал небольшой отряд союзников и прибыл на Закул, чтобы встретиться с тремя таинственными хранителями архивов. А во тьме что-то следило за нами и выжидало. Итак, теперь у тебя есть полный текст пророчества. Посмотрим, что скажут твои хранители. В поисках истолкования пророчества я прибыл на запретную планету Закул. На ней трое бессмертных хранителей оберегали древние знания. Только они могли расшифровать пророчество. Мне необходимо было найти их как можно быстрее. Здесь подозрительно тихо. Однако эти строения в целости и сохранности. Осталось только обеспечить их энергией. Могущественные хранители заточены где-то неподалеку. Мы должны найти их. Здесь остались покинутые строения, которые могут нам пригодиться. Построив рядом с ними пилоны, мы восстановим их энергоснабжение. Темное святилище. Если восстановить энергоснабжение, оно принесет нам неоценимую пользу. Хранители, которых ты ищешь, теперь служат высшей силе. Высшей силе? Что затмило разум этих протосов? Похоже, священную планету
захватили поистине злые силы. Зератул, не иначе, как сама судьба направила тебя сюда. Со мной, братья, мы очистим это место от зла. Мы ждем твоих приказов. Во имя пустоты. Гибрид Протоса и Зерга. Как омерзительно! Кто создал это чудовище? Рабыла. Время пришло. Отдайте мне свои силы. Завод робототехники. Это строение принесет нам немалую пользу. Питается жизненной силой хранителей. Нужно освободить их, пока не поздно. Зомби напали. Что ты предложишь? На наши зомби напали.
властны над судьбой. Смиритесь с безысходностью. Архив тамплиеров. Я сердце тьмы. Я здесь, среди теней.
голос затмения. Какова твоя воля? Хорошо. Заманчиво. Мы крадущиеся. Я выхожу из тени. Вам не уничтожить меня. Я восстану вновь. Мы един. Мои навыки пригодятся тебе. Будь. Нас беру у Нагар. Близится наше освобождение. Приготовься, благородный воитель. Сегодня мы сразимся с великим злом. Забвение грядет. Никто не устоит перед ним. Пустота холодна. Я выхожу из тени. Я чувствую твое... Что ты предложишь? Тьма содрогнется перед нами. Наши... Я вернусь, когда восстановлю... Силы. Энтаро Тасадан. Мы едины в своих стремлениях. Тасар это план. Я вернулся, чтобы служить. Мы будем служить вечно. Мы сосредоточены. Я внемлю зову. Да будет так. Ваши усилия тщетны. Вам не на что надеяться. Сила в единстве. Наши помыслы неразделимы. Сила в единстве. Асар — это план. Долг. Наслаждайся своей ничтожной победой, пока можешь. Война еще не окончена. Хранители заключены в этих склепах. Мы должны освободить их немедленно. Сила в единстве. Будь.
запретное знание останется в тайне. Я здесь, среди теней. Я сердце тьмы. Мы будем служить вечно. Олак Натал. Требуется больше виспена. Самый страшный враг – бесчестие. Место рождения минералов истощено. Я вернулся, чтобы служить. Должно быть, имеется в виду сверхразум зергов. Какова была его роль в судьбе Вселенной? Чтобы разгадать эту тайну, мы должны вернуться туда, где покоится сверхразум. На нашу прародину. На Айюр.